Ты знаешь, что такое боль? Нет, это не предательство друзей. Это не непонимание внешнего мира. Это не одинокое существование. Боль — это когда ты теряешь близкого человека. Безвозвратно. Без последних шансов. Ты теряешь его насовсем. Не потому, что вы поругались и больше не разговариваете. Не потому, что гордость и злость не дают пересилить грань к примирению. Это когда приходит смерть и просто без всяких причин и объяснений. Забирает его у тебя. И ей плевать, успели ли вы сказать что-то важное, смогли ли напоследок прикоснуться к руке, обняли ли до хруста костей, сказали, как он вам нужен и дорог. Ей будет плевать на все просьбы и крики, на злость и отчаяние, на слезы и кровь ладоней, разбитых об стену. Плевать на рухнувший мир перед глазами. Ей будет плевать, что вы ничего не успели исправить. Эта боль неизлечима. И пока она не пришла, у вас есть 1000 шансов все изменить. Есть время на извинения. Есть время на слова и поступки. Есть время, чтобы послать к черту гордость. Чтобы сказать о главном и важном. О том, как этот человек вам просто жизненно необходим.